Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он 3 дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? А теперь поспи. Джоди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джоди. Совсем не больно. Ты слышишь? Прекрати. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу, останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас. Конденсер в Казерстане уничтожен, и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам.
И это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир. И теперь мы его покорим. Это начало новой эпохи для нашей страны. Диалог с Пентагоном не склеился. Они там уже обсуждали планы захвата мира. Решила не мешать. Мы в этом участвовали. Все же я зря согласилась. Я думала только о своей свободе, а это глупо. Куда ты теперь? Не знаю. Мне нужно время, чтобы подумать, понять, чего я хочу. Ну, а ты куда? В ЦРУ обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, гольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джоди, у нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. А как же это? Я привыкну. Айден привыкнет ко мне. У нас есть кое-что общее. Мы оба тебя любим. Можно рискнуть. Больше всего я хочу, чтобы ты была счастлива. А прошлое забудется. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что? Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разобьем. От виски не отказываются. А, я скоро буду. Идем, Джоди, Нейтан ждет. Райан славный парень, и ты ему не безразлична. Знаю. Надеюсь, у нас с ним все получится. Мы и пришли. Позвони мне, как закончим. Ага. Что бы он ни сказал, осторожно. Войдите. Джоди.
Я так рад, что ты цела. Я свое слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ, тебя больше нет. Ты теперь Элизабет Норт. Новая жизнь, новое имя. $500 000. Это за твою работу. Начнешь новую жизнь. В моей новой жизни? Я не хочу никаких напоминаний о старой. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены, спрашивал себя, за что, за что? Почему они? Я не мог больше обнять их. Эта рана не заживала. Но я встретил тебя. И вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Девочки мои. Позволит нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсатор не закончен. Только ты на это способна.
больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть. Нет. Врешь, дрянь. Хелен так не могла сказать. Ты держишь их здесь. Их разрывает между двух миров. Ты все врешь. Неправда! Они любят меня и снова хотят быть со мной! Нейтан, я тебя понимаю. Да что ты можешь понимать? Ничего, ясно? Прощай, Нейтан. Отпусти свою боль. Здравствуй. Здравствуй, Джоди. Ты поставила нас в трудное положение. Тебя нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Тот же, что ввели твоей матери. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джоди. Мы всегда будем тебе признательны. Все понял. Решение было у меня перед носом. Помоги, Нейт. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле. Я его просто отключу. Инфрамир заполнит наше измерение. Жизнь и смерть вместе в одном мире. На той стороне не только души. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Все будет хорошо. Слаб, Айден. Придумай что-то.
Помоги. Скорей. А где же остальные? Винс и Ник? В увольнительный. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь? А потом приступим. Конечно. А? Держите здесь существ? Боже упаси, они все внутри защитного поля. Айден? Это ты, Айден? Это не смешная шутка. Чего ему быть здесь? Что, Айден? Где Джоди? Где Джоди, Айден? Так, а дальше? Сюда. Вон там. Да, я понял. Надо ехать на лифте, так? Разберусь. Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск 3-й степени, он со мной. Простите, мистер Фриман, у вас нет разрешения для входа на этот этаж? Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть... Простите, но это зона 4-го уровня секретности. Вам доступ запрещен. Сделай что-нибудь, Айден. Стол 42, слушаю. Алло. Алло. Готово. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Коул Фриман и Райан Клейтон. А, точно. Вижу вас в списке. Простите меня. Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. А дальше? Ой.
Джоди здесь?